Хочу рассказать вот про такое детское автомобильное удерживающее устройство Fest. Значит, какая была причина покупки? Мы как-то поехали с детьми в день защиты детей на дачу. Вот. И без детских сидений, да, то есть, потому что они уже стали малы. Вот, с одной стороны, уже в детском сиденье смысла сидеть нет, с другой стороны, уже для взрослых детей по правилам они должны быть с некими удерживающими устройствами. И поэтому нас оштрафовали на несколько тысяч. Вот, есть два варианта решения проблемы, когда вы спинку от детского сиденья убираете и едете на вот этом подпопнике, как на детском удерживающем устройстве, да? Но лучше вот купить такую штучку, рублей так за 200, за 300. То есть как она работает? Здесь ремень продеваете и пристегиваете. Оно немножко опускает ремень, и он не упирается в шею у ребенка. Вот. Но спорные результаты насчет эффективности, насколько она там снижает травмирование при ДТП, но гаишники уже штраф точно не выписывают. Вот, поэтому, если цель ваша именно просто штраф не платить, то, конечно, стоит это купить. Если ваша цель повысить безопасность, то, конечно, можете купить за несколько тысяч большое кресло для такого уже взрослого ребенка. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, был вам полезен.